серия называется «Два и три». Пошел Сережка в первый класс. Сережка, не шути. Считать умеет он у нас почти до 10. Не грех такому мудрецу задрать курносый нос. Вот как-то за столом отцу и задал он вопрос. Два пирожка, папа, да? А хочешь на пари? Я доказать могу всегда, что их не два, а три. Считаем вместе. Вот один, а вот и два. Смотри, один да два. Закончил сын. Как раз и будет три.